Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую всех на второй части своего вебинара, посвященной теме капилляров. Напомню, что 7 января мы провели первую часть вебинара, где я рассказывал про капилляры, а именно что это такое, какую роль они выполняют в организме человека и как реагируют на разные патологические процессы. Также на вебинаре я коснулся темы, какие на сегодняшний день имеются методы лечения через воздействие на капилляры. Рекомендую посмотреть запись первой части вебинара, ссылку на которую вы можете найти в Телеграме, канал World Medical Webinars в разделе «Проведенные вебинары». Сегодня на второй части вебинара мы будем разбирать с вами такой метод, как капиллярный массаж по методу Таубе Татьяны Алексеевны. Его можно также назвать капилляротерапией и капиллярдиагностикой. Что же это такое? Прошу обратить внимание, сейчас я вам буду рассказывать именно про саму вот эту методику, какие проблемы она решает на сегодня и в чем уникальность и преимущество данного метода. Капилляротерапия – это особая методика, влияющая на сеть мельчайших сосудов человеческого организма. С помощью этой методики выполняется диагностика и лечение посредством воздействия на эти самые капилляры. Методика является практическим применением теоретических исследований выдающегося доктора первой половины 20 века Залманова Абрама Соломоновича, который предложил, собственно, воздействие на капилляры организма через скипидарные ванны. Но, как мы знаем, прогресс на месте не стоит. Продолжая работу по капилляротерапии, врач Татьяна Алексеевна Таубе впервые в мировой практике смогла расшифровать, капиллярные картины, которые позволяют не только точно диагностировать тот или иной патологический процесс, то или иное заболевание, но и достаточно эффективно лечить его, то есть похожая методика, то есть через те же самые капилляры. После капилляротерапии в организме человека возобновляются и активизируются клетки иммунной системы, и ввиду физиологической способности к регенерации организма начинается, собственно, сам процесс восстановления и регенерации ткани. Что касаемо диагностики, можно еще в зародыше заболевания, то есть когда заболевание только начинает развиваться, можно увидеть, именно по таким капиллярным картинам, можно увидеть начало процесса, что не получится продиагностировать с помощью каких-то лабораторных или инструментальных методов исследования. Кратко процитирую основные аспекты из предыдущего вебинара, чтобы было хотя бы минимальное понимание механизма действия капилляротерапии. Мы говорили, что в организме человека все органы имеют уникальное строение, каждый выполняет свою определенную функцию. Все они тесно взаимосвязаны между собой, то есть один орган не может работать сам по себе без другого органа, да, то есть и таким образом у нас организм весь взаимосвязан, работает как часы. В числе прочих объединяет их сосудистая система. Мельчайшая часть сосудистой системы как раз у нас капилляр. И практически на все заболевания человеческого организма капилляры реагируют тем или иным образом. Что же мы увидим, если посмотреть немного глубже в суть капиллярного массажа? Методика в интенсивном воздействии на капилляры органов и тканей специальными, запатентованными, ручными инструментами. При этом капилляры разрушаются, в результате чего проявляется капиллярный рисунок в виде кровоподтеков на коже. Они называются еще и петехиями. Такой рисунок совершенно четко ограничивает патологический процесс от нормальной ткани. То есть ввиду того, что мы видим еще и неизмененные капилляры, мы можем определить границы нормально расположенной ткани, границы органа и зону воспаления, например, да, или какого-нибудь новообразования, или спаечного процесса. Да. Далее, ввиду физиологических факторов регенерации наш организм начинает восстанавливать капиллярную стенку. При этом есть такой феномен, то есть там, где разрушилась стенка одного капилляра, там образовывается до 3 новых капилляров. Новые капилляры, они обладают лучшей проницаемостью, лучший кровоток. Здесь приливает свежая кровь, насыщенная, обогащенная кислородом.
обогащенная всякими полезными питательными веществами, компонентами, да. И параллельно с этим, ввиду лучшей проницаемости, эти новообразовавшиеся капилляры, они могут лучше рассасывать какие-то патологические компоненты, которые сохраняются длительное время в ткани органа. Ну и в результате мы получаем восстановление ткани до того состояния, которое было изначально. Теперь я прошу вас обратить внимание, что такое исцеление и лечение болезни, если не восстановление до нормальной ткани. То есть, если мы немного призадумаемся, да, то можно сказать, да, вот изначально было какое-то состояние органа нормальное, здесь появилась болезнь, и если мы вот эту болезнь уберем, то есть восстановим орган до того состояния, которое было изначально, мы получим его выздоровление, да? Но, как бы, понимая, что буквально каждый миллиметр нашего организма буквально пронизан капиллярами, представьте себе, какие возможности в плане лечения заболеваний доступны при капилляротерапии. Теперь хочу рассказать немного о том, как проводится данная методика, как проводится воздействие. Предварительно выслушав жалобы, краткий анамнез, мы проводим диагностическую процедуру в первую очередь. То есть на диагностике можно выявить конкретные болезни. Да? Процедура со стороны человеку непросвещенному может показаться как обычный массаж, но это далеко не так. От обычного массажа есть очень кардинальные большие отличия. Здесь мы выполняем диагностическую процедуру в первую очередь по спине. Изначально мы, делая диагностику, мы получаем контрастную гиперемию, так называемую, то есть простыми словами это покраснение на коже. Кожа начинает краснеть. Степень покраснения, она зависит от того, какое заболевание у человека присутствует в данном случае. Да? Это различные цветовые оттенки, то есть покраснение, оно может быть более яркое, более темное, оно может иметь синюшный, как бы, характер, да, там, где идет обеднение значительное, да, в плане там, наличия кислорода. Вот различные размеры и формы области покраснения. То есть это все оценивает доктор, как бы, основываясь на своих знаниях, там, практике и так далее. Можно, как бы, привести такой пример. При астматических состояниях может выявиться картина бронхиального дерева. А, например, при легочных спайках, например, после перенесенной пневмонии, покраснение выглядит в виде какого-нибудь сетчатого рисунка. То есть это все сугубо индивидуально, зависит от заболевания, от состояния организма и множества различных других факторов. В совокупности это все, как бы, нам позволяет за один сеанс капиллярного массажа выявить, как работает организм в целом, где берет начало заболевания, где оно проявляется в большей степени. Возможно, проявление заболевания, оно располагается где-то ниже, где не там, где оно изначально берет свое... не там, где оно берет свое начало. Например, изначально очаг там, инфекции, он может располагаться где-нибудь в верхних дыхательных путях. А далее, распространяясь дальше вниз, там доходит, например, до органов брюшной полости, где симптоматически начинает себя проявлять. То есть, что будет делать врач? Он назначит какие-то исследования, какие-то анализы, обнаружит, что есть проблема там в области живота, и начнет лечить это место, то есть, например, там где-нибудь панкреатит. Он начинает лечить панкреатит, хотя изначально первоначальная причина здесь не была установлена. То есть мы видим первоначальную причину заболевания, вызвавшего данное состояние, с чем к нам пациент, как бы, обратился, да? И мы устраняем изначальную первопричину возникновения данного состояния. Далее, после диагностики, проводится лечебная процедура, которая, ну, проводится практически сразу после диагностики в зонах, наиболее значимых для данного конкретного случая. То есть мы где-то увидели воспаление, к примеру, да, и мы тут же начинаем его лечить. Вызываем более усиленный кровоток в этой области. То есть приток и отток крови, что само собой является
значительным как бы плюсом в плане лечения там заболевания, да? Далее хотелось бы сказать про тех, кому подойдет данный метод лечения, диагностики и лечения. Люди, которые к нам обращаются, они, как правило, имеют самые разнообразные симптомы, начиная от бессимптомных форм заболеваний, заканчивая какими-то тяжелыми нарушениями функции организма. Чаще всего обращаются люди после проведения множества исследований, пройдя нескольких специалистов. В результате каких-то медицинских исследований там у них, например, все нормально, а самочувствие все равно плохое. Бывает и так, что совсем все плохо, там врачи не дают никаких шансов на выздоровление. Или человек может, например, прийти на профилактический осмотр, и у него обнаруживаются довольно серьезные проблемы со здоровьем. В подобных случаях может помочь только капиллярный метод. Также уникальность метода заключается еще и в том, что диагностическая процедура автоматически за счет регенерации капиллярного кровоснабжения, она запускает оздоровительный процесс. То есть даже не доходя до второго этапа, где мы оказываем, собственно, лечебную процедуру, то есть здесь уже начинается процесс регенерации, что как бы соответствует тому, что начинается процесс выздоровления. И организм как бы начинает сам себя восстанавливать, сам себя лечить, и это все без применения каких-то лекарственных препаратов. В этом есть несомненное преимущество данной методики. То есть человеку не требуется применение каких-то серьезных там лекарственных препаратов, изменение привычного образа жизни, соблюдение каких-то строгих диет, там, ограничений в питании и прочее. Все это отходит на второй план. Данный метод дает прекрасные результаты при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких и верхних дыхательных путей, головные боли, мигрени, патологии там, пищеварительного тракта, печень, почки, болезни, связанные с нарушением обмена веществ, гормональные, эндокринные, там, сахарный диабет, гипогипертиреоз, иммунные заболевания. Прекрасные результаты также при лечении мужского и женского бесплодия. Этиология может быть абсолютно разнообразная, то есть с бесплодием пациенты часто обращаются и действительно удается им помочь, то есть привести к желаемому результату, да? Что мы можем сказать также про эффективность капилляротерапии? Как бы так хочется отметить сочетание капилляротерапии с приемом препаратов. Например, доктор вам назначил курс противовоспалительной терапии на, к примеру, 10 дней. И если мы начнем сочетать данный курс противовоспалительной терапии с капилляротерапией, эффект от применения этих препаратов, он в разы усиливается и достигается за более короткий срок. Это происходит из-за того, что улучшается кровоснабжение и в области воспаления, да, то есть нам назначены противовоспалительные препараты в связи с каким-то воспалением. Улучшая кровоток в области воспаления, мы помимо того, что за счет капилляротерапии помогаем пациенту, да, восстановиться, здесь мы ему еще помогаем тем, что концентрация препарата в этой области увеличивается, за счет чего эффект достигается быстрее и более эффективно. Ну, то есть в итоге нам не 10 дней надо провести противовоспалительную терапию, а, например, 5 дней, 3 дня. То есть все сугубо индивидуально. Хотелось бы отметить противопоказания к проведению капилляротерапии. Самые основные – это 3. То есть есть со всеми пациентами, конечно же, я общаюсь сугубо индивидуально. Для кого-то я определяю возможность проведения процедуры там в меньших количествах, для кого-то в больших количествах. Но есть 3 основных противопоказания, которые необходимо знать, прежде чем говорить о проведении данной процедуры. Первое – это психические расстройства, как острые, так и хронические. Обусловлено это тем, что при улучшении мозгового кровообращения возможно обострение психических состояний ввиду улучшенного питания мозга. Второе – это установленный кардиостимулятор. При улучшении кровоснабжения в сердечной мышце начинается меняться ритм. То есть, если у человека до этого изначально были какие-то нарушения в проводимости сердечной, да, то есть были какие-то аритмии, а мы провели капилляротерапию, то у человека начинает меняться ритм в сторону нормального. То есть это могут быть какие-нибудь по типу
блокады ножек пучка ГИСа там, или что-то подобное. Разумеется, в тяжелых случаях это все обговаривается индивидуально. То есть можно провести или нельзя, это все решает, я решаю, то есть непосредственно, когда поговорю с пациентом. И пациенты, у кого установлен кардиостимулятор, он сам генерирует ритм. И когда начинает меняться ритм самого сердца, а кардиостимулятор параллельно генерирует свой ритм, то есть здесь есть вещи немножко несовместимые, скажем так, поэтому это является противопоказанием. Третье – это отсутствие в рационе пациента животных белков. Бывает, что обращаются люди, которые не употребляют мясо вообще ни в каком виде, ни в каких количествах, то есть так называемые веганы, да? У таких пациентов очень слабо развита капиллярная стенка, ввиду чего и регенерация будет малозаметна. Максимум, что можно сделать, это один сеанс диагностики, на который, может быть, мы что-то и увидим, что-то и поймем, но как бы дальше идти смысла абсолютно никакого не бывает. Возможно, какое-то минимальное как бы воздействие будет оказано, но мы этого не увидим. Хочу еще разобрать некоторые примеры из практики. Но прежде чем мы приступим к их разбору, хочу рассказать немного об одной удивительной находке, связанной с ковидом. COVID-19, да, мы все знаем, что это инфекция, вирусная инфекция, которая начала распространяться по миру еще в 2020 году. Данная находка, она могла бы, конечно же, помочь огромному количеству людей в самом начале, когда инфекция только начала развиваться, когда она только начала, когда только появилась. А что мы вообще знали о лечении ковида в самом начале? Ну, коллеги мои не дадут мне соврать, особенно те, кто имел дело с такими больными. Лечение базировалось только на теоретических знаниях различных специалистов в этой области. Назначались противомалярийные препараты для пациентов, у которых подтвержденный был ковид. Ввиду того, что считалось, что есть в механизме развития малярии и в механизме развития ковида есть какие-то сходства. Но в дальнейшем от этого как бы отказались. Только со временем в клинических рекомендациях появились так называемые кроверазжижающие препараты. Их еще называют антикоагулянтами. Все это было включено только после того, как было выяснено, что ковид способен вызывать тромбозы, то есть закупорки тромбами сосудов в организме человека. Тромбы в капиллярах, похожие на ковидные, не выявлялись никогда прежде, до того, как появился ковид. То есть для нас это была совершенно новая картина, которую мы стали обнаруживать при капиллярной диагностике. И в то время, когда пациенты не получали антикоагулянты, то есть препараты крови разжижающие, нам было ясно уже, что эти препараты надо добавлять. Но в клинических рекомендациях по лечению COVID-19 они появились значительно позже, когда уже выяснилось, что одна из основных причин смерти после ковида были осложнения в виде тромбозов, то есть это инфаркты, это инсульты, мезентериальные тромбозы и прочее. Сегодня при выполнении капиллярной диагностики 10 из 10 моих пациентов в обязательном порядке у них есть признаки перенесенного ковида. У кого-то в большей степени выражены, у кого-то в меньшей степени. Ну и, соответственно, с годами, если тромбозы, они сохраняются длительное время, с годами они только будут как бы ухудшать состояние пациента, будут появляться какие-то новые хронические заболевания, которых раньше не было, ну, вплоть до онкологии, в общем-то. Расскажу вам про парня, который обратился ко мне с жалобами на боли в животе, в верхней половине живота. Он очень плохо спал. Как правило, это около 3 часов в сутки. Была у него выраженная слабость, снижение работоспособности, причем как умственной, так и физически. Снижена была выносливость. Данные симптомы у парня были достаточно длительное время, но особенно ярко это все начало проявляться именно когда появился ковид. Пациент до встречи со мной проходил множество специалистов, хирургов, терапевтов, гастроэнтерологов, проводил кучу анализов, исследований, там, УЗИ, гастроскопии. В итоге ему ставят диагноз хронический атрофический гастрит и хронический рецидивирующий панкреатит. Ну, кто-то из врачей даже напугал парня, сказав, что у него предраковое состояние, от чего он еще больше как бы начал впадать в депрессию, да. Ну и вот, в общем, он пришел ко мне,
при первой же диагностической процедуре была выявлена причина такого состояния. На капиллярной диагностике было видно, что пациент когда-то очень давно перенес туберкулез легких. Ну, инфекция не стала как бы развиваться, переходить в более агрессивную какую-то фазу, да, там, по типу каверны или инфильтративного туберкулеза. В данном случае она сохранилась у него в виде хронического воспаления ткани легкого. Вот. А когда хроническое воспаление, оно годами сидит в какой-то ткани, то не только в этой области начинаются какие-то изменения, да, проявляться симптомы, но и окружающие ткани начинают каким-то особым образом реагировать. В данном случае что было? На капиллярной диагностике было видно, что помимо воспаления в легких, у пациента значительно за счет этого, из-за близкого расположения, да, была спазмирована, поджата диафрагма. Для тех, кто не знает, диафрагма – это такой мышечный орган, который располагается сразу под легкими и ограничивает грудную полость от брюшной полости. Как правило, диафрагма активно участвует в дыхании, то есть она расслабляется и сокращается в соответствии с тем, как мы дышим, то есть вдыхаем и выдыхаем воздух. Значит, за счет того, что диафрагма располагается очень близко к легким, она начала медленно реагировать как бы, на близлежащий воспаленный орган, в данном случае легкие. Да? Она начала отекать, она начала спазмироваться, она не расслаблялась до конца. Далее процесс перешел на нижележащие органы. В первую очередь это был желудок и поджелудочная железа. Ввиду воспаления этих органов у нас начались как бы, проблемы еще и с более нижележащими органами. Но как бы, в больших подробностей вдаваться я не буду. Здесь как бы отметим, что были спаечные процессы в области легких. То есть все это дело переходило на органы ближележащие, на мышечный, на связочный аппарат в области позвоночника, плечо-лопаточной области, в результате чего это все приводило к сдавлению и нарушению оттока и притока крови к органам головы. Само собой, все это дело у него развивалось давно, но с появлением ковида это все просто усугубилось, ввиду того, что ковид, он пришел на уже ослабленный организм, уже ослабленный иммунитет. В итоге мы ему провели как бы, лечебную процедуру, после чего пациент начал ощущать изменения уже через 2 дня, достаточно быстро. Головные боли перестали беспокоить, время сна у пациента увеличилось до 5-6 часов, повысилась общая выносливость организма, значительное улучшение состояния. То есть пациент уже начал, то есть он не соблюдал уже те строгие диеты, которые ему доктора прописывали, там по типу ограничения жирной, жареной пищи. Он все это уже начал включать в рацион. То есть все, что я перечисляю, все эти изменения были уже после первой процедуры. Ну и как бы я думаю, несложно догадаться, к чему пришли мы в результате проведения 4 процедур. То есть курс его лечения составлял 4 процедуры с интервалом где-то 1,5-2 недели между процедурами. То есть уже через 2 месяца пациент чувствовал себя вполне хорошо. Для, так скажем, успокоения себя пациент пошел на диагностику, то есть он сделал УЗИ брюшной полости, где доктор-УЗИст ему сказал, что ткань поджелудочной железы у него просто идеальная. То есть до этого, если ему писали всегда в заключении там УЗИ, диффузные изменения поджелудочной железы, признаки хронического панкреатита, то теперь уже доктор ему говорил, что у него все хорошо, хорошая поджелудочная железа. Но наш то есть пациент здесь не совсем поверил одному доктору, решил обратиться еще к одному, сделал еще раз УЗИ, как бы совсем в другом учреждении. Вот. И здесь тоже, то есть пациенту сказали, что у него абсолютно идеальная поджелудочная железа. Более того, пациент провел еще и гастроскопию. То есть, если вспомнить, изначально был выставлен диагноз хронический атрофический гастрит, то теперь ему уже ставили диагноз поверхностный гастрит. То есть разница просто колоссальная для, я думаю, что ну, пациенты не из медицины как бы не полностью поймут всю суть того, что я перечисляю, но поверьте, это очень как бы хороший результат.
Примеров из практики огромное множество на самом деле. Здесь я просто привел один из примеров, достаточно ярких, я бы сказал. Если у вас, дорогие слушатели, имеются хронические боли, нарушения в работе тех или иных органов, или вы ощущаете, что организм работает неправильно, у вас есть часто рецидивирующая хроническая болезнь, или не помогает лечение, или же не удается выставить конкретный диагноз, то в данном случае я вас как бы прошу, пишите, я проконсультирую вас в режиме онлайн, подходит ли вам данная методика, и если она подходит, то какие мы можем получить результаты от лечения данным методом. Также прошу обратить внимание пациентов с бесплодием, которые по результатам обследований каких-то не имеют нарушения, однако не могут заиметь детей. Очень прекрасные результаты лечения мужского и женского бесплодия.